Здравствуйте, Шаватов и Гутовох. У нас сегодня 13-й урок по Мишли. И мы остановились на 5-м пасуке 3-й главы. И я хочу к нему еще раз вернуться, поскольку я немножечко скомкал из-за недостатка времени. Говорит Шлома Мелах. Я даже не знаю, как точно прочитать. Бетах эль Хашем бехолли беха, вэль бейнатейха аль тишэн. Будь уверен во Всевышнем всем своим сердцем, и по отношению к своей бине, к своему разуму, не полагайся, не опирайся на него. Мальбим объясняет, я просто повторяю то, что мы говорили, но Мальбим объясняет, что речь идет о том, что... Разум человека может сделать довольно много вещей позитивных. Например, как я привел пример психолога, который умеет общаться с людьми, он может с помощью своего разума сделать так, что человек, психолог, найдет милость в глазах людей. Но разум Торы, не разум, а именно хохма Торы, она найдет милость не только в глазах людей, но и в глазах человека. Поэтому не опирайся на разум собственный, опирайся на разум Торы. Это в двух словах объяснение того, что сказал Мальбим. Гагро, я понимаю, что я это говорил, но Гагро говорит, что ты должен быть уверен во Всевышнем всем своим сердцем. Имеется в виду, что сердце твое должно быть наполнено мерой, медой, которая называется битахон, уверенность во Всевышнем. И не часть сердца, а именно все сердце. И не должно быть части сердца, которое останется опираться на разум человека, даже только опираясь на себя. Я должен быть батуах бе Ашем, но не скажи такую фразу, что я уверен в Всевышнего, я опираюсь на Всевышнего, но я должен самостоятельно сделать и опираться на что-то в своем разуме. Нет, это не так. То есть здесь... Достаточно скользкий момент, поэтому я захотел на нем немножечко остановиться. Поскольку много раз я слышал от разных людей, в том числе людей из области мира Торы, о том, что человек должен соображать еще и своей головой. И это правда, и неправда одновременно. Здесь надо понимать, что имеется в виду. Человек не должен говорить, что я верю во Всевышнего, я уверен во Всевышнего, я полагаюсь полностью на Всевышнего. Но это не значит, что я не должен пользоваться своим умом. Этого человек сказать не может. Поэтому сказано, не опирайся на собственный разум. Не только не полагайся на него, что он является главным. Даже небольшая опора запрещена на эту тему. И не будет так, чтобы твой мозг, твой разум играл какую-то роль. А только опирайся на то, что все сердце твое принимает Всевышнего. И добавляет Гаон, что сот этого иньяна, тайна этого, это то, что ты должен перевернуть свое сердце таким образом, чтобы в сердце все было направлено ко Всевышнему, и тогда Всевышний иварехат хабаколь. Оканчивает Гаон фразой «вэгэвэн», и пойми. Каждый раз, когда сказано «вэгэвэн», это надо немножечко поразмышлять. И вот здесь надо использовать свой разум для того, чтобы размышлять над тем, что нам сказано. Попытаемся проанализировать. Есть известное место в Торе, которое описывает встречу Исава и Иакова. Иаков посылает Исаву много-много подарков, 3 стада овец, которые приходят к Исаву. Исав встречается с Иаковом и говорит, что это за овцы, которых я встретил? Отвечает Иаков, это подарки, которые были присланы тебе, чтобы я нашел милость в глазах твоих. Отвечает Исав, оставь их себе, потому что ешь ли рав, у меня есть много, я богатый человек. Зачем ты даешь какие-то подарки мне, я могу без них обойтись, ешь ли рав. Отвечает Иаков, нет, брат мой, оставь их себе, ки ешь ли коль, потому что у меня есть все. Это разница между Исавом и Иаковом. Я чуть было не сказал разницу между римлянами и евреями, но я подумал, что это медат гайва, это чистая гордыня, потому что я знаю мало евреев, которые дошли до уровня Яков Авину. Я хотел сказать, что я не знаю никого, но боюсь, что кто-нибудь из моих знакомых обидится, поэтому я сказал, что я знаю мало. Эмет состоит в том, что не надо обижаться, если кто-то вас обвинит в том, что вы не на уровне Якова. Это можно пережить. Так вот, Яков сказал, ешь ли коль, и вот эта свара, коль, все, это то, о чем говорит сейчас Гаон. Когда человек всем своим сердцем уверен, что есть только то, что от Всевышнего, и нету больше ничего,
то в этой ситуации он может достигнуть мадриги «Ешликоль». Есть у меня все. Есть известная статья Рав Ильяху Деслера в книге «Михтав Мильяху», которая очень известна и цитируется, которая лихойра, на первый взгляд, говорит ровно наоборот тому, что я сейчас говорю, читая Гаон. Рав Деслер пишет о том, что существуют определенные пропорции между битахоном, уверенностью во Всевышнего, и ештадлутом, который должен делать человек. И он описывает это на примере, что Рав Шмуэль Салантер, человек уровня X плюс 1, невероятного уровня своего битахона, он, тем не менее, говорил, что я не могу быть уверенным в том, что Всевышний что-то сделает, если я не сделал какого-то ештадлута, потому что Тора заповедовала мне сделать некий ештадлут. Поэтому для того, чтобы получить парнасу, я должен... Понятно, что вся парноса от Всевышнего, говорил Рав Салантер, но я должен сделать какой-то ештадлут для того, чтобы в этом мире это выглядело как-то бедерих тева, по законам природы. Поэтому он говорит, я раз в сколько-то времени покупаю лотерейный билетик, и я выполнил тот ештадлут, который я должен сделать. Теперь Всевышний может сделать так, что я выиграю билетик, может послать деньги любым другим способом. Это уже его проблема. Я свою функцию сделал. Говорит Рав Деслер, что если сейчас кто-то из нас пойдет по этому пути, то это называется идиотизм. Понятно, что для нас это не ештадлут, потому что ештадлут человека должен быть сопоставим с его уровнем битахона. В тот момент, когда Яаков Авину, который был Батеа Беашем Беколь, он полностью был Батеа Беашем, то для него не нужно было делать никакого ештадлута. Я говорю специально этим нусахом, не как Рав Деслер. Ему не нужен был никакой ештадлут, потому что он находился на уровне выше, чем Рав Исроэль Салантер. Выше, поэтому ему ничего не надо было сделать. Он знал, что все исходит от Всевышнего. И это то, о чем говорит Гаон, который говорит, что если человек дойдет до уровня, когда все его сердце будет перевернуто в состояние того, что есть только Бетах Беашем, он только Батеа Беашем, Беколь Лев, всем сердцем, то тогда Ашем Иварех это Беколь, и это уровень Якова, что он Мурах Беколь, Ешли Коль. Поскольку есть Гашем, больше ничего не нужно, не имеет значения, есть стада, нету стад. Это просто параллельно, никакого значения не имеет в этом мире. Но если человек не дошел до этого уровня, и давайте называть вещи своими именами, на сегодняшний день я очень сильно сомневаюсь, что кто-то из тех, кто будет слушать этот урок, дошел до уровня Яаков Авину. У меня есть некоторые основания сомневаться в этом, не хочу никого обидеть. И включая себя Кимуван, что я не дошел до уровня Яаков Авину, это очевидно. То поэтому мы должны, Шломо ха-Мелех призывает, тем не менее, нас с вами, достигнуть этого уровня, попытаться дойти до этого уровня понимания, что все, что есть, оно исходит от Всевышнего, и все в этой жизни должно быть бетах бешем, только в гашем, бетах эль гашем, бехолле веха, все сердце устремлено Всевышнего. Но до тех пор, пока этого не произошло, нам необходим некий ештадлут, и этот ештадлут должен зависеть от степени битахона, от того бетах эль гашем, какая часть твоего сердца посвящена Всевышнему. Сам Рав Деслер пишет на эту тему и говорит, что когда Моше Рабейну получил распоряжение Всевышнего, «Шлах леха мераглим», «Пошли себе мераглим», разведчиков разведать Эрец Исроэль, то когда Моше Рабейну получил это распоряжение, то это распоряжение было не распоряжением. Это не был приказ «пошли разведчиков». Это было «если ты хочешь, Моше, то так, как ты считаешь нужным, ты имеешь на это право». И Моше Рабейну Тора, в принципе, ругает за то, что он это сделал. Он не должен, это было его мехшоль, это было его испытание, которое он не выдержал. Тот беколь левавеха, тот беколь либеха, тот уровень всего сердца, который был у Моше Рабейну, он был такого уровня, что Моше Рабейну не нуждался в каком-либо гештадлуте, в каких-либо усилиях для того, чтобы войти в Эрец Исроэль. Его уровень был таков, что можно было заходить сразу без каких-то проверок, без мираглим, без ничего. Никакого ештадлута делать не надо было. Поскольку Моше и Ам Исраэль, которые видели те нисим, которые произошли в Мицраиме, те нисим, которые были на море, то, что происходило в пустыне, Асара нис янот, все, что было, не будем пересказывать весь хумаш подробно, после этого им не нужно было делать ничего, чтобы войти в Мицраим, это была ошибка Моше. Поскольку он сделал ештадлут миутерет, то поэтому он был наказан, как пишет сам Рав Деслер.
Теперь, фактически, Макор из Танаха, который приводит, Макор из Торы, источник из Торы, который привел Михтав Мильяву, это Мираглим. Источник из Торы, который приводим мы сейчас из Танаха, это Мишли Шлома Амелаха, когда он обращается и говорит: «Сын мой, ты должен, ты можешь и, следовательно, должен дойти до этого состояния, когда все твое сердце наполнено только бетахоном в Гошеме, и даже как маленький наклон, как маленькая палочка, на которую ты упираешься, мишенет, облокотиться на свой разум ты не имеешь права, на свое разумение ты не имеешь права». То есть весь анализ, который ты делаешь, ты должен делать аль-едей Тора, а не аль-едей своего разума, научных экспериментов и так далее. Рав Менахем Мендель, ученик Гагро, который называется «Пи Гагро Бакабала», «Уста Гагро в Каболе», он пишет такую вещь. Он пишет, что «я слышал от имени Гагро». Интересно, что он, который как бы все Пиктвей Гагро пересказаны от него, но он не слышал это лично от Гаона, и поэтому это пишет. Насколько они были тщательны в выборе своих слов просто. То, что сказано в Геморе Рош ха-Шана. «Не знали Рабонан, что означает «Ешлах аль-Гашем Игебеха, вугуих аль-Калеха». «Опирайся, пошли ко Всевышнему, который дает тебе, и он даст тебе пропитание». Фраза из Тгилем, 55-й Псалом. До тех пор, пока раба Барбархана не пришел и Азель Ахарей Гатая, и они, он и еще один человек, шли вслед какому-то арабскому пастуху и услышали, как пастух говорит: «Школь егивеха вшади агмалеха». «Возьми то, что у тебя есть, и брось на глиму, на свою одежду». И вот Ивша Шлава задает вопрос Гемора: как Рабонан не знали то, что знал арабский пастух? Но суть состоит в том, что у них был сафек, сомнение в том, что такое бетахон, что такое понятие бетахон. Должен ли человек работать на основании своего разума, или это не нужно делать, а нужно пользоваться только Торой и опираться на Всевышнего. И только и в то обо Ашем, что он делает то, что будет хорошо в его глазах. Но не надо опираться вообще на то, на свои действия и на свой разум. И сказали: «Шевадай царих Адам ласот бисихло лахзор ахар давара царих», что вода, что человек должен пользоваться своими, как это назвать, своими килим, которые у него есть, и делать то, что необходимо делать, но при этом он должен опираться на Всевышнего. И им было каше, что означает «егивеха», от слова «гав» – «давать». То есть, что Всевышний тебе это дает. Надо было послать, что надо было сказать «Ешлох аля Ашем», что это будет послано Всевышним. Всевышний пошлет твои нужды, и он даст тебе колколу, он даст тебе пропитание. Они увидели, что раба Барбархана Гавайдари Гатуна, Вагугая царих левакеш влетен давар маш летающий толь Гатуна аля Гамаль. Ему нужно было, чтобы Туна, вот эта вот Тая, как это сказать, я уже забыл опять, арабский погонщик верблюдов, пастух, чтобы он положил какую-то ношу на верблюда. Но Тая, он, этот погонщик, он сказал иначе. Он сказал: «Кахла от смеха, маша ата гаита царих летенли». Он сказал, что «ты должен мне заплатить то, что ты мне должен дать, возьми это себе и сам кинь на верблюда. Ты хочешь, чтобы я погонщик верблюда, ты хочешь, чтобы я работал грузчиком, ты хочешь мне заплатить за эту работу, возьми, сам положи и возьми себе те деньги, которые ты сэкономил на том, что не платишь мне. То есть сделай сам и не плати мне», другими словами. То получается, что даже то, что человек должен дать своему товарищу за какие-то дела, которые он сделает, если это минга шамаим, то его товарищ попросит, чтобы он сделал сам, и не надо будет ему платить. То есть они предполагали, что погонщик верблюда в это включается и работа грузчика. Погонщик верблюда сказал: «Не, мне это не надо, возьми, сделай сам, и останутся у тебя эти деньги». Тогда он понял, что Всевышний распоряжается даже тем, что вроде бы как я должен заплатить. И эту часть моего ештадлута тоже Всевышний берет на себя. Поэтому можно сказать «Егевеха», «Всевышний тебе даст». То есть
ту вещь, которую ты должен кому-то дать, даст тебе Всевышний, он не будет делать, и Миношамаем попросит, чтобы это досталось тебе. Это же та часть, которую ты планировал передать кому-то другому. На этом говорит Гемора, что Рава Бар Бар Хана выучил понимание того, так учит Рав Менахем Мендель, что он слышал это от имени Гаона. То есть Гаоне Кенере это нигде не написано, иначе бы привели Гаона. Но Рав Менахем Мендель слышал это от имени Гаона, что здесь мы можем учить понимание того, что когда ты полагаешься на Творца полностью и не делаешь ничего своими мозгами, то ты учишь это из поведения вот того, что ты должен кому-то что-то дать. И этот человек переворачивает это так, что тебе уже не надо ему это платить. Понятно, что это исходит от Всевышнего. И все твои расчеты на смарку, они никому не нужны. Ты выучил, выяснил, посчитал, сколько денег у тебя останется после какого-то бизнеса. Выясняется, что ты нанимал на одну работу, он сделал другую, оставил тебе часть денег. И все. Оказывается, что все от Всевышнего, и все твои расчеты не имеют никакого значения. Я еще раз повторяю, что Гаон это говорит, но Гаон это говорит людям не нашего уровня. Тем не менее. Но мы должны видеть горизонты и понимать, к чему мы стремимся. Дерих Агав заодно. Иногда это видно даже в нас с вами. Иногда это тоже можно увидеть. Но понятно, что не всегда. Это зависит и от нашего уровня, от того, что именно нам хочет показать Гашем, и так далее, и так далее. Я хочу поделиться несколькими как бы своими мыслями на эту тему. Одной мыслью, на самом деле. У меня не было особо времени проверить это, но я почти уверен, что это так. Здесь написано, что «Эль-бинатейха аль-тишен» – «На свой разум не опирайся». Опирайся только на мудрость Торы и не на разум Всевышнего. До этого мы говорили о том, что Шломо а-Мелех говорит «На разум Всевышнего, а не на свой разум». Я оговорился, конечно. «На разум Всевышнего, а не на свой». «На бинатейха, на твою бину не опирайся». Извините. И до этого мы говорили, что своим разумом мы можем найти милость в глазах людей, но не в глазах Творца. Поскольку наша, как Мальбим сказал, что наша мудрость, которой мы владеем, человеческая мудрость, она не может постичь хохму Всевышнего. Это технически невозможно. Относительно недавно мы что-то такое в Ешиве обсуждали с ребятами с Бахурим, и кто-то из ребят мне сказал, что есть фраза Кагелета, которая говорит, что видел я, что мудреца, и нету никакой разницы между ксилем и мудрецом. Между мудрецом и глупцом нету ни малейшей разницы. И дальше сам же Кагелет говорит о том, что видел я мудреца, что он и так далее, и так далее. Человек, который опирается на свою мудрость, говорит тот же самый Кагелет, он же Шломо а-Мелех, человек, который мудр своей мудростью, не мудростью Торы. Нету никакого итарона хохмы по отношению к глупости. Никакой разницы между его мудростью и глупостью другого человека. Поскольку мудрость человека, она может даже ему поможет в Аламазе, в этом мире. Он сможет заработать, он сможет понравиться кому-то и так далее, и так далее. Но все это пока мы говорим по Мальбиму о том, как он выглядит в глазах людей. Как только мы начинаем переходить на то, как человек выглядит в глазах Всевышнего, что такое бетахон во Всевышнего, что такое его мудрость по сравнению с восприниманием мудрости Всевышнего, опирания на него, то говорит Кагелет, это эфис, это ноль, ее нету. Поэтому ты не только не можешь на нее опираться, но видел я мудрецов и видел я глупцов, и все это одинаково, нету разницы. Но как только я говорю о мудрости Торы, которую я получаю и опираюсь на нее, здесь ситуация меняется. Да, Тора, мудрость Торы, она стоит где-то в другом измерении, и об этом не говорится. И это то, что он сказал здесь. Не опирайся, даже как на маленький посох, как на палочку, не напирайся на свой разум и на свое понимание. Только на то, что ты получил из Торы, не то, что ты выучил сам. Это вещь, на которой я останавливаюсь, и тем не менее немножко боюсь остановиться. Почему я боюсь остановиться? Потому что мы Баалей Тшува, мы люди, которые Хазру Батшува, некоторые из нас имеют высшее образование, среднее образование, имеют опыт жизни все. Люди не возвращались в Тшува обычно в трехлетнем возрасте. У них есть какой-то жизненный путь, который он прошел. И мы все стараемся ту Тору, которую мы получаем и узнаем, каким-то образом соединить
с той мудростью, которая у нас есть изначально. И у нас бывает ошибка, которая происходит, когда все, что не вписывается в наше умение, в наше понимание, мы не то что отрицаем, я надеюсь, что этого уже нету, но мы не отрицаем, но мы откладываем на запасную полку куда-то, потом, на потом, не на сейчас. Примерно как, знаете, когда умирает старый еврей и зовет свою внучку и говорит, что я так по запаху чувствую, что бабушка готовит фаршированную рыбу. Попроси, пожалуйста, мне кусочек. Внучка уходит к бабушке, приходит через некоторое время, говорит, бабушка сказала, что это на потом. На поминке, то есть по-нашему. Так вот, мы останавливаем какие-то части Торы, мы оставляем на потом, потому что сейчас мы не можем вписать их в то, что постижимо нашему разуму. Я не то что обвиняю человека, который так делает, в том числе себя. Это очень естественно, очень трудно сделать иначе. Но мы должны понять, что та часть, которую мы не понимаем, мы должны ее пытаться принять и понять, а не только отложить. Понятно, что я имею в виду. Это то, что я хотел. Окей. Продолжает Шломо а-Мелех и говорит, следующий пасук, шестой пасук. «Бехоль драхейха даэгу, вэгу яашер орхатейха». Невероятно трудный пасук. «Во всех путях своих познай его, и он будет ешар орхатейха, и он будет делать прямыми, выпрямить твои пути». Начнем с Мальбима, потом немножко самостоятельного объяснения, а потом вернемся к Гагро. «Бехоль драхейха даэгу, всеми путями познай его», говорит Мальбим. «Адрахим гэм гдалим варухот гэм ктаним». Как мы много раз говорили, и Мальбим, и Гагро, «дерих» – это широкая длинная дорога, а «орах» – путь – это маленькие, которые выходят из больших, разветвления, которые выходят из больших путей. Поэтому «бэколь драхэйха даэгу» – это «познай его во всех путях», и тогда он выпрямит все маленькие дорожки, дословный перевод. Архот хэ хохма, пути мудрости, маленькие пути мудрости, эмрабим энкэц, они бесконечно, их бесконечно много, потому что хохма, она рождается и выходит из всех деталей, которых бесконечно много. В любой из них есть какая-то хохма, которая отражается. И невозможно познать все детали, которые приходят перед человеком. Поэтому возникает вопрос, как человек будет делать с какими-то деталями через Тору и мудрость. То есть Тора и мудрость ведь не описывает все, что может случиться в этом мире. Грубо говоря, где в Пятикнижии Моисеева написано, как надо в шаббат пользоваться электричеством? Чего? Нет, это не совсем. И отвечает Шломо а-Мелех, «Мишивши, а та ты дает Гашем беколь драхейха, ты познаешь Всевышнего во всех путях». Которые общие пути, как Дерих Рахамин, как дорога милосердия, Дерих Инадивуд, дорога желания давать сдоку, дорога скромности. И пойдешь в них, если ты в них будешь идти по приказу, по распоряжению Всевышнего, то все будет опираться на эти вещи. И галехет бедрахав машиу рахум, и ты будешь идти по тем путям, которые указал тебе Всевышний, как он милосердный, так и ты будешь милосердный и так далее, тогда он выпрямит перед тобой твои маленькие пути, бесконечное количество маленьких путей, что лейдей сию и лакут, посредством помощи Творца, будут все твои частные пути прямыми. Как, например, во всяких действиях, которые связаны с надивутом, желанием давать сдаку, по мнению Ледат Кама Итнадев, ты будешь знать, сколько надо давать, кому надо давать, как надо давать и когда надо давать. То есть он привел пример, что несмотря на то, что пути, их бесконечное количество, и они, безусловно, не могут все детализированно быть описаны в Торе, потому что их бесконечность, мне правильно подсказывают, что естественная Тора, из которой мы можем с помощью правил вывести какие-то детали, которые не описаны. Тем не менее, здесь есть еще одна накуда. Есть общая дорога, которая делится на много-много маленьких дорожек. Если человек выбирает правильную дорогу, правильный клаль, правильный принцип, то внутри маленьких дорожек он получит сьюта дешмайль, который ему покажет помощь Всевышнего, который ему покажет, как именно надо идти по вот этим вот маленьким дорожкам, и он не будет у него ошибки, он пойдет по правильному пути. По правильному пути, Лагавди. Это то, что пишет Мальбим. Я хочу привести гемору, которая учит это совсем кипшуто, совсем по простому смыслу. И эту гемору приводит Шульхан Арух. Ни Мальбим, ни Гагро почему-то не считали нужным ее здесь привести. Понятно, Радак, есть какие-то комментаторы, которые приводят, но это гемора мифурешет, гемора, которая пишет о том, что означает «беколь драхейха» во всех твоих путях.
Существует три вида пути, по которому может идти человек. Глобально три вида пути, по которому может идти человек. Исур – запрещенный, мицва – разрешенный, и ршут – средний путь, который не мицва и не запрет. Когда Шломо Амелех обращается к нам и говорит «познай Всевышнего во всех путях», то кавана этого, что ты должен, не говоря о том, что ты не можешь пойти по плохому пути, по Исуру, это пшитое, об этом не надо говорить. Шломо Амелех обращается к человеку, который находится «гарбе-гарбелев нимишурададин», сильно-сильно выше того, что требует суд. Когда речь идет о том, что ты во всех путях, которые ты идешь, пить, есть, разрешенный путь, не мицва имеется в виду сейчас. То, что надо идти путем мицва, понятно. Но есть путь ршут. Хочешь – делаешь, хочешь – не делаешь. Это очень много. Это еда, питье, сон, все вот эти вот стандартные вещи. Говорит Шломо Амелех, что в этих вещах ты тоже должен познать Всевышнего. Не только в путях мицва, это просто. Не только в путях запрещения, это тоже просто. Но даже в путях, которые разрешены, хочешь – делаешь, хочешь – не делаешь. Имеется в виду, что когда ты садишься кушать, не то, что с хасвишолом, не дай бог, ты не можешь есть запрещенную еду, это очевидно, об этом не надо говорить. Ты ешь самую кошерную, замечательную еду, но при этом может быть много каванот, много наверений, для которых ты ешь. Ты можешь есть, чтобы просто потому что люблю повеселиться, особенно пожрать, чтобы повеселить свою таву и вырастить его, и гайву, и вырастить ее как на дрожжах. Об этом это то, что нельзя делать. А можешь есть для того, чтобы набрать силы, служить Всевышнему, для того, чтобы посредством этой еды ты получил энергетический запас, с помощью которого ты завтра или сегодня мог еще поучить Тору. Когда ты ложишься спать, ты должен лечь спать в правильном месте, с правильными людьми. Я не буду все подробности описывать, об этом не надо говорить. Но когда ты ложишься спать, ты должен лечь спать для того, чтобы набраться сил, для того, чтобы учить Тору, для того, чтобы завтра делать мицвот и так далее. У меня есть внучка, старшая внучка, она моему младшему сыну, у них разница один год, некоторое время назад они обсуждали этот вопрос, и она сказала совершенно гениальную фразу. Она говорит, что она никак не может понять, зачем мама заставляет ее ложиться спать. Ее заставляет ложиться спать, она ирони, она бодрствует, она хорошо себя чувствует. За ночь она устает, утром встает уставшая, ей тяжело проснуться. И так каждый день. Она прекрасно ночью может функционировать, ее заставляют спать, и вот после этого во время сна она устает. Очень талантливо для ребенка. Но надо сказать, что некоторые дети более старшие, возраста, например, учащиеся ишиво, тоже никак не могут вовремя лечь, потом не могут вовремя встать по той же самой причине. Я открою вам тайну, я это делал много-много лет, поэтому чья бы корова мычала и так далее, но тем не менее, когда-то мне Рош Ишива Шватамиров Лезер Кугель сказал, что есть люди, которые вдвойне ленятся, они ленятся вовремя лечь и ленятся вовремя спать. У них двойная лень. Вовремя лечь – это им очень лень, и вовремя встать – потом, естественно, им тоже лень. Поэтому существует кавана, с которой человек делает, и об этом сейчас говорит. В каждом пути, в разрешенном пути тебе надо познать Всевышнего, тебе надо соединиться. Вы помните слово «дат» – это соединение с Творцом в данном случае. В разрешенных вещах ты должен с ним соединиться. И это приводит Гемора, это приводит Шульхан Арух, как основной пшат этого высказывания Шломо Амелеха. Но Мальбим, как мы видели, дал немножко другое высказывание, очень красивое, о том, что через правила, через общий клалим прилепления ко Всевышнему, ты увидишь, как во всех деталях у тебя будет все это дешмая, как идти по пути Всевышнего во всех деталях. И теперь познакомимся с двумя пирушами, которые дает Гаон Мивильна. Надеюсь, что у нас на это как раз хватит времени. Говорит Гаон: «Бехоль драхейха даеху дери губы гилуй». Дорога – это открытая часть. Как я уже объяснял в другом месте, во второй главе, в 13-м пасуке, что дорога «дерих» – это слово, которое обозначает то, что видно. То есть, во всех путях, которые открыты тебе, тире аталида, ты должен постараться познать Всевышнего. И сказано слово «даеху» – «познай», «шитаасэ лэшем шамаем», то есть, ты должен их делать лэшем шамаем. Это коротко Гаон сказал то, что мы только что сказали, что это комментарий, который дает Гемора. То есть, ты должен прилепиться и познать Творца во всех открытых путях, которые для тебя открыты. Имеется в виду давар шут. «Вэгу яшар архватэйха», и он возьмет и распрямит твои маленькие пути. «Орах» – это не только маленький путь, как объясняет Мальбим, какие-то детали.
это иткаси, это то, что делается бехестер, то есть скрытые пути. Имеется в виду, у министарот гуинаке, в Тгилем сказано, что Всевышний очистит все скрытые вещи. То есть, ешар архатейха шелоти кашель. Он сделает те вещи. Дворим глуим – это вещи, которые, на самом деле, я сейчас думаю, что это практически то, о чем писал Мальбим. Дворим глуим – раскрытые вещи. Это вещи, которые понятны, и ты и так знаешь, как их делать. И их можно делать, можно не делать, ты должен идти по тому пути, который кавана познать Всевышнего и соединиться. Но, когда ты говоришь о том, что не стар, о том, что от тебя скрыто, и ты не знаешь, как идти, то здесь тебе обещано, Всевышний выровняет эти пути. Ганистарим лэха гуешар вэлотите. Всевышний выровняет эти пути, которые скрыты от тебя, ты не знаешь, как правильно себя вести, и ты не споткнешься в них. Теперь Гаон считает, что это один и тот же пируш, поэтому пойдем по этому объяснению, но здесь немножечко будет как бы добавление альпи какого-то сода. В имени Всевышнего, юткой и вавкой, в четырехбуквенном имени Всевышнего, первые две буквы, они не старот, они скрыты. Это две самых верхних сферы, хохма и бина, которые скрыты от нас, в общем, практически полностью. Две более низких сферы, это не сферы, они называются процупим. Вторая из них, они это составляет шесть из семи нижних сферот, он называется духра. И следующая нуква – это нижний парцов, который составляет меду, который называется малхус. Буквы вав и гей, которые есть в имени Всевышнего, последние две, это два нижних парцова Всевышнего, с которыми мы соединены и через которые Всевышний влияет на нас. Это и есть то, как Всевышний управляет нашим миром. В терминах Рамхаля, те, кто читал Рамхаля, это называется анагадгмишпат. Анага Мишпата, Ранга Суда, управление через атрибут Суда. Это две открытые части. Секундочку. Давайте еще раз посмотрим, чтобы это лучше понять, пасук. Мне, к сожалению, придется его привести на иврите, потому что иначе непонятно. То есть одно слово на иврите. Бехоль драхэхэдэйху, во всех путях его, твоих, познай его. Вот теперь мне нужно слово вэгу, и он, вэгу. Слово онгу пишется гэй, вав, алев. Яшер архатэйху, он выпрямит твои пути. Слово гу, говорит Гаон, состоит из буквы гэй и вав, этих двух букв из имени Всевышнего, о которых мы говорим. И это то, что называется открытое. Ты познаешь то, что открытые пути Всевышнего, то управление Всевышнего миром, которое раскрывается через два нижних парцуфа, парцуф, который называется Зайранпин и Нуква, они раскрываются через буквы Гей и Вав. Буква Алиф, которая находится в слове Гу, это отдельная буква. Сейчас мы до нее дойдем. Вначале буква Гей – это Хамишахум Шейтара. Это пятая буква алфавита, она символизирует пять книг Торы. Буква «Вав» – это «Шиша Сидрей Мишна». Это шесть седров, шесть отделов, разделов Мишны. И в них скрыты все абсолютно, вся скрытая часть Торы, все, что существует. Все, что скрыто, оно скрыто именно в них. И это тайна понимания буквы «Алиф», которая самая скрытая буква из всего, что может быть, потому что это буквы, буква «Алиф» составляет просчитанное задом наперед, это «Пела». «Пела» – это чудо. Буква «Алиф» – это чудо скрытности. Это и есть чудо, это то, что скрыто, непонятно, как происходит. Поэтому, когда мы соединяем буквы «Гей» и «Вав» «Хамишахом Шейтара», пять книг Торы, с шестью книгами Мишны, с буквой «Алиф», с тем, что скрыто от нас, то это показывает нам, указывает нам на то, что скрыто, и на «Алам», на то, что от нас сокрыто. И это само по себе раскрывается, как сказано раньше. И это означается «бехольдрахэйха» во всех твоих путях. То есть, тех путях, которые ты ведешь открытым путем, «да эгу», «познай его». То есть, «да эгу», слово «да эгу», «познай», «далит айн», потом «гейвав». «Да эгу», то есть, «да», «познай», «гу», «гейвав». «Познай эти буквы «гейвав», «познай пять книг Торы и шесть книг Мишны», то есть, «познай всю». Весь открытый способ управления Всевышнего этим миром,
И тогда это «гу» объединится с «алифом», который скрыт, тот самый «гей-ваф» объединяется с «алифом», который скрыт, и это «гей-ваф», объединенное с «алифом», называется «ешар» – «архот». Будет распрямлены те пути, которые скрыты. Поэтому Гаон объясняет, что скрытость путей обозначается буквой, словом «орех», а раскрытость путей – словом «дерех». Я не знаю, понятно ли я объяснил, это немножечко я постарался, но не уверен. Здесь есть еще несколько комментариев Гагро на ту же тему, которые у меня приведены в книжке, которые взяты из Британского музея и из Московского музея, которые, в общем, пишут то же самое, но даже если я повторюсь, я бы хотел некоторые накудот, которые мне показались немножко важными, сказать. Слово «гу», оно само по себе, слово «гей», «ваф», «алиф», это слово показывает «кинуй», это я не знаю, слово «кличка» по отношению ко Всевышнему как-то очень плохо звучит. Я не знаю, как ее перевести. Псевдоним. Псевдоним. Я бы сказал, что же плохо. Я не знаю, что хорошо звучит. Да, я не умею переводить. Я не знаю, что мне делать. У меня с русским языком очень плохо. Так вот, «кинуй». Вот это вот существует имя Всевышнего, а существует «кинуй», прозвище Всевышнего. Это то обращение, которое описывает Всевышнего как-то, не называя его по имени. Имена Всевышнего, его, их нельзя стирать, с ними нельзя зайти в туалет. Какое-то описание просто милосердное и так далее. Это описание какое-то Всевышнего, которое называется «кинуем». К ним не относятся строгости написания имени Всевышнего и так далее. Эвфемизм. А? Может быть, эфемизм, может быть, это лучше. Так вот, слово «кину», я уже решил, что поскольку я дал определение слова «кинуй», то я буду пользоваться еврейским словом «кинуй». Так вот, слово «гу» – это «кинуй», это объяснение того управления, которое называется «нистар», которое скрыто. Рав Менахем Мендель объясняет, что сказано «бехоль драхейха даэгу, познай его во всех своих путях». «Даэгу» состоит из «да», «Вавгей». Познай вот это состояние «вавгей». То есть, имеется в виду, что в книге Ирмияу сказано «Гасейхель еду ати». Сейхель, мозг, разум, познает меня. Всевышний говорит через пророка Ирмияу, обращаясь к нам, что разумом вы можете познать меня. И это не то, что сказано в Ишаяху, там сказано наоборот. «Майкра коль басар гацир». Что будет ко мне обращаться весь басар, все земное, все, все плоть, любая плоть? Невозможно. «Деахлан твуа», те, которые едят урожай, «было асейхель», без всякого мозга. То есть только сейхель – это то, что может меня познать. И в любое хесед Всевышнего и так далее. Окей. Теперь попытаемся объяснить, что он имеет в виду. Есть гемора в Баве Басре. Гемора очень известная. В конце Бава Басре, она даже не в конце, в конце тоже есть. Человек, который хочет поумнеть, он должен пойти на юг. И там учить Седер Назикин. Имеется в виду, что значит пойти на юг? Что это за направление юг? На юге в Бейт-Мигдаше стояла минора. Храм. В храме стояла минора. Еще немножко мы будем ее как бы зажигать в Хануку, Хануки и так далее. То есть, имеется в виду, говорит Рав Менахем Мендель, человек, который делает лишма во имя Всевышнего, что такое лишма, сейчас очень тяжело объяснять, делает он, мне очень тяжело подобрать слова, существует делание мицвот и делание мицвот лешем шамаем, лишма. Вот когда человек делает мицвот, он может их делать, потому что по привычке такие люди есть. Среди Балей Тшувы их очень мало, поскольку у нас привычки не было. Нам повезло или нет, я не знаю, я не уверен, что это называется везением. Есть делание мицвот, потому что я хочу заработать награду. Есть делание мицвот, потому что мне неудобно не сделать мицву, потому что на меня посмотрят криво. Есть еще десяток каванот. Есть дело не мицвот, потому что это угодно Творцу, и я хочу единственную вещь – выполнить заповедь Всевышнего и прилепиться к нему. Это называется делать лишма. Говорит Рав Менахем Мендель, что человек, который делает мицву лишма, он делает хесед за Кодыш Брогу, он делает милость за Кодыш Брогу, и тогда он еским, и тогда он ехким, тогда он помудреет. Ему обещана за это мудрость. Что имеется в виду? Из слов, которые я сейчас прочитал, Рав Менахем Менделя, видно,
что лишма – это не главное в мицве. Человек, который сделал мицву без кованы лишма, он сделал мицву. Нефеш Хахаим это пишет Мифураш. Он пишет, что появились люди, он имеет в виду некие хасидские группы, которые ставят лишма выше, чем делание мицвы. Молятся шахрис не тогда, когда нужно, чтобы лейт кавен и так далее. Хас вишолом этого нельзя сделать ни в коем случае, понятно. Но после того, как мы научились делать мицву, надо научиться ее делать лишма. Это не сатер. Если я делаю мицву правильно, она все равно должна быть в идеале сделана лишма. Вот это лишма по отношению ко Всевышнему называется хесед по отношению к Творцу. Называется вот этот атрибут, который мы учили. В Пиркей Авот сказано: «Коля асек бетора лишма», человек, который занимается торой лишма, «наасеки маяна мидгабер», он становится как маяна мидгабер, как источник, который растет и увеличивается. Существует маян, не источник, бор, колодец, в него налили воды, и в ней находится столько воды, сколько в нее налили. Существует маяна мидгабер, который, из него вода постоянно выходит и увеличивается, и становится больше и больше и больше. Человек, который учит Тору Лолишма, он владеет всей Торой, которую он выучил. Если он помнит всю Тору, которую он выучил, я бы очень был рад, если бы у меня такое произошло. Но человек, который учит Лишма, даже ту Тору, которую он не учил, он Всевышний посылает ему помощь, которая дает ему, как Маян Амидгабер, она растет из него. Он становится сам Торой. Понятно, о чем я говорю в общих чертах. Есть такая гемора, которая говорит «бавлаем типшаем», тупые бавлейцы, дураки жители Бавеля, они встают перед Сефер Тора и не встают перед Талмид Хохамом. Сефер Тора – это очень важная вещь, но Талмид Хохам, он и есть Тора, потому что из него растет эта Тора. И написано… Понятно? И написано в геморе Сука «пия патхаба хохма торат хесет ал лишана». «Ты…» Это Вешет Хаим, мы говорим, это последний из Мишлей Шломо ха-Мелеха. Там написано, что эта добродетельная жена, она откроет свои уста в мудрости, и Торат Хесет находится на ее языке. И вот там Гемора спрашивает, я уже приводил сегодня, вчера, в прошлое занятие я приводил эту Гемору, что есть Тора, которая не Хесет, и отвечает, да, есть Торат, которая... Мы дали один комментарий, а сейчас он дает другой комментарий. Есть Тора, которая учится лишма, это Торат Хесед, и Тора, которая учится ло лишма, это не Торат Хесед. Вы помните, мы давали другой комментарий. В прошлое занятие я говорил о том, что Торат Хесед – это Тора, которая дается, учится обучать другого, а Торат Эмес – это когда я обучаю себя сам. Здесь он дается немножко другой магалах. То есть Торат Хесед – это Тора лишма, а Торат Эмес – это Тора ло лишма. И теперь здесь нужно понять одну тонкую деталь. Я не знаю, без таблицы мне даже немножко тяжело будет это делать. Все знают, что существует 5 уровней души. Откуда все знают, это для меня загадка. Но почему-то все должны знать обязательно это. Женщины в первую очередь. Из Дерри Гошем. Я думаю, что из самых разных источников. Но вы правы, в Дерри Гошем тоже есть. Из них 3 уровня являются основными. И 2 других как бы к нам имеют очень косвенное отношение. Эти 3 уровня – это снизу вверх, нефиш, руах и нешама. Нефиш – это душа, которая обладает, отвечает за двигательные функции. В общем, в терминах Тании – это животная душа. Вторая – руах – это уже руах мимале, говорящая душа, то, что отвечает за человека. И нешама – это что-то более высокое, которое находится наверху и управляет ими двумя, дает им какую-то сиута дешмая для них. Это 3 уровня, которые нам сейчас нужно понять. Существует слово «нер». «Нер» – это свеча. Аббревиатура 2 слов – «нефиш» и «руах». Нижние 2 части души. Самая низкая – это «нефиш», вторая – это «руах», которая есть у человека. Третья дорога, она называется, третий уровень, она называется «мигашем иша маскелет». Это будет тоже в Мишле, но в 19 главе. Там будет сказано, что жена, которая маскелет, которая умная, то есть нешама, она исходит от Всевышнего. То есть существуют первые 2 уровня, нефиш и руах, которые бейдей Адам, они находятся внутри, в руках человека, человек может им управлять. Но третий уровень – это их жизнь, это Тора и Митсус, которые проходят через него, и через них нефиш и руах воздействуют на тело человека. Но третий уровень, нешама, она находится в руках у Всевышнего. Это как бы
не Ирад Шамаем, оно находится выше, оно находится у Творца. Поэтому теперь нужно читать этот пасук таким образом. Тот пасук, в котором мы находимся. «Бехоль драхейха» – это относится к Торе. То есть, это относится к нефишу, о котором мы говорим. «Лимут», который называется «лишма» – это «руах». «Бехоль драхейха» – это просто «лимут». «Лимут лишма» – это «руах». То есть, «нефиш» – это «лимут тойра». «Нефиш лишма» – это «руах». К нему относится «Беколь драхейха» относится к «теру», «да эго» относится к слову «лишма». И тогда «Ешар архатейха» Всевышний, как там написано, «вегу» – «он». И мы уже читали, что такое «он», состоящее из сочетания двух открытых и одной закрытой части Торы. «Он» – Всевышний, его управление – «Ешар архатейха», то есть он воздействует, пошлет себе такую нешаму, которая является… Только матаной, только матнат хинам от Всевышнего, только подарком от Творца. И это то, о чем сказано в другом месте, Миашем и Шамаскелет. Таким образом, та сиюта дешмая, о которой пишет Мальбим, и Агро в своем пируше, Рав Менахем Мендель расшифровывает и объясняет, что алиидей лимут Тора, просто лимут Тора, я исправляю нефиш, алиидей лимут Тора лишма, я удостаиваюсь того, что я исправляю руах, и тогда... Нешама к ней я не имею отношения. Она ко мне, может быть, иногда, я к ней никакого. Я не могу на нее воздействовать. Вот за счет того, что я сделал всю подготовительную работу на более низком уровне, я получаю матана от Всевышнего, что я получаю нешаму, которая владеет всем материалом. И тогда, как следствие этого, происходит то, что пишет Мальбим, что все мои дороги уже выпрямлены, я обладаю сиутой дешмая для того, чтобы понять, что происходит, или как пишет Гагро то, что мы сказали, и так далее. Окей. Сейчас я хочу посмотреть, может быть, еще здесь что-то. У меня подчеркнуто очень много, но мне кажется, что этот пасук надо сокращать, если там очень много выделил себе, что надо говорить. Но одну еще вещь я скажу. Все, я не могу сказать, я вижу, что это займет еще полурока. Еще одна вещь. Для любителей гематрии и так далее. Существует два брита, два завета, которые сотворил Всевышний с нами, заключил Всевышний с нами. Первый завет – это брит Мила, и второй завет – это брит Лашон, брит П. Поэтому запрет Лошенгора имеет такое существенное значение, и лимут Торы имеет такое существенное значение. На самом деле брит П растет из пасука – «Вы дебарта бам, говорите их слова Торы», и Гемора учит «бам, вело дворим бетейлем», «вы можете говорить слова Торы и не можете говорить дворим бетейлем», запрет на пустые разговоры, к женщинам он не относится, поскольку у них нету мицвы дебарта бам, то нету запрета на пустые разговоры, им повезло или нет, не знаю. Нам очень тяжело не вести пустых разговоров, понятно, это наша основная яцер гара, поскольку лимут Тора – это основная мицва, которая у нас есть. И есть брит мила и брит пе. Оба эти брита, давайте рассматривать. П, уста, п и гей, это сколько? 85. Договорились. Мила, это мем, это 40, ют, это 10, это 50, ламит, это 30, 80, гей, это 5, 85. Да эгу, это тоже гематрия 85. Таким образом, два брита, которые нам сделал Всевышний, они состоят в том, брит мила, брит, завет с милой, завет с устами, лимы Тора и гуф наки, которые у нас есть, они, из них выводится то, что я должен познать Всевышнего во всех путях. И это то, что сказано... То, секундочку. И здесь, в этом пасуке, есть три дарги, которые мы говорили в слове «даэгу» и в слове «гу», есть три уровня, о которых мы говорили. Эти три уровня Торы – это Танах, то есть Микре, Мишна, Гемара. Все это вместе – тройная Тора. И об этом сказано уже, что когда человек владеет этими тремя уровнями Торы, то ему раскрывается все остальное – то есть то, что мне сказали, что Аль-Едей посредством лимуда Тора Шебаль-Пе, он узнает Калалим, с помощью которого существует, можно вывести любые законы и так далее, и так далее. Окей. Я думаю, что с этим пасуком более или менее мы разобрались. Даже, может быть, немножко больше, чем надо было. Надеюсь, что я понятно сказал, тем не менее, более или менее. Дальше, следующий пасук. Пасук номер 7. «Аль-Дьи-Хахам-Бейнейха,
«Ере эт Гашем весур мира». «Не будь мудрецом в твоих глазах, бойся Всевышнего», сейчас, «бойся Творца и что? И уйди от зла». Начнем тоже, в этом месте тоже, наверное, имеет смысл начать от Мальбима. «Не будь мудрецом в собственных глазах». Находятся люди, которые считают себя мудрыми, сами себя, поскольку... Сейчас, секундочку. Он идет не по тем строгим путям, которые установил Тора, но он находит какие-то законы, типа закона Архимеда и так далее, и которые ему показывают и кажутся и выглядят как природные законы, которые помогают ему против работы Ецергары своего сердца. И ему кажется, что дорога, которую он выбрал для себя, это и есть Дерех Хохма, это и есть мудрая дорога. Вешиколь Маши Уасе, и все, что он делает, это мудро, и это то, что называется Хохам Бейнав. То есть, что называется Хохам Бейнав? Не человек, который Бааль Гаева, который думает, вот какой я умный, а человек, который выбирает путь, немного или много отличающийся от Торы, и считает, что с помощью этого пути он может достигнуть правильного результата, и что он для себя выбрал более оптимальный для него путь. Это человек, который спорит с Хуким Хохма Амитим, спорит с настоящими законами настоящей мудрости, мудрости Торы, которые приняты от Всевышнего, что они митнагдим эль тават либо, что законы Торы, они спорят с Тайвой, которые есть в его сердце. «Вэйдаято Ецрэйм Элэлав», поскольку Всевышний знает Ецер человека, то он устроил законы, с помощью которых можно работать против своего Ецера. Но ты не должен так делать, не быть хахамом в своих глазах, не искать новых самостоятельных путей. Вы вообще понимаете, что новые самостоятельные пути, они могут быть не для одного человека, они могут быть и для огромного общества. Это марксизм, сионизм, любой изм, который придумывается каждый четверг и понедельник регулярно и систематически. Это когда люди считают, что они окажутся умнее и найдут новый, более оптимальный путь, чем тот, который был, путь Торы, который, конечно, иногда они говорят, что он очень хороший, из него можно что-то взять, но есть всегда какие-то вещи, которые мы можем сделать лучше, оптимальнее и т.д. и т.п. И поэтому это человек, которого Шлома Мелах называет «не будь хахам в собственных глазах». Но что тебе да надо делать? «Ереет Гашем», тебе надо бояться Всевышнего. «Шиу гавальху кейха хохма», который сделал так законы мудрости, «лфи хохмато или ина», в соответствии с верхней мудростью. И уйди, отстранись, сар, как это сказать по-русски, отстранись от зла, сверни сторону от зла, что посредством боязни Всевышнего ты будешь убираться от зла и пойдешь по дорогам мудрости, как сказано, решит Хохма и Ирад Ашем. Начало мудрости – боязнь Творца. И это так написано, что посредством Ирад Ашем и Канелаха, Кея Хохма, посредством боязни Всевышнего, он, человек, сделает гахно, он примет на себя законы хохмы настоящей, которые заповедовал Всевышний, и не будет полагаться на свою хохму, на свою мудрость. Это так учит Мальбим. То есть, в двух словах, человек должен пойти по тому пути, который указывает Тора и настоящая мудрость, которая идет из более высокого источника, не полагаться на свою мудрость и не идти своим путем, который ему кажется более рациональным в данном и во всех случаях. Для того, чтобы это сделать, и твоя мудрость не стала для тебя более важной, чем мудрость Торы, есть только одно средство, говорит Мальбим, это Ирад Ашем, это боязнь Творца. В тот момент, когда ты боишься свернуть вправо и влево, и ты хочешь только одного сур мира, уйти от зла, то в этот момент ты начинаешь, в тебя начинает входить, что твоя хохма и хохма Всевышнего – это вещи, которые не очень можно сравнивать. Говорит Вильнинский Гаон. «Альдги хахам бейнейха, не будь мудрецом в своих глазах. Ламорт от ситрейта амей Тора». Он идет по другому пути, не как Мальбим. «Не будь мудрым в своих глазах», то есть не скажи, что я пойду понимать скрытые амей Тора, скрытые смыслы того, что сказано в Торе, и скажу, что я нашел мудрость, я уже мудр настолько, что больше я ло и кошель, что больше я не споткнусь. Потому что кто нам больше, чем Шломо Амелах, который написал эту фразу из книги Мишлы, который сказал в книге Малохим,
упомянутый, что он самый мудрый из всех людей, и тем не менее Шломо а-Мелех сказал, что он понял смысл заповеди не умножать нашими, не умножать сусим, не умножать себе много жен и много коней, и поскольку он понимает смысл заповеди, что это нужно, потому что есть опасность тайвы, что она свернет меня в другую сторону, не туда, куда надо, и сказал Шломо а-Мелех, поскольку я понимаю теперь, для чего Всевышний это сказал, то я смогу это сделать, и меня ничего не свернет с дороги, и Бат-Паро, как известно, повела себя не так хорошо, как хотелось бы, и в Танахе, если его читать без комментариев, возникает ощущение, что Шломо а-Мелех, не дай бог, стал служить Авойде Зойр или что-то подобное. Гемора говорит, что Хас Вишолом, не это имеется в виду, но он оказался в такой ситуации, когда он не мог Бней Бейто, хотя это было в его власти, он не справился с этим, и не смог заставить Бат-Паро либо выгнать ее, либо что-то, и не линтот, не склоняться в сторону немножечко запрещенных вещей. И поэтому в тот день, когда Шломо а-Мелех, женился на Бат-Паро, а это на секундочку было, в тот день, когда было закончено построение храма, он сделал свадьбу с Бат-Паро, в этот день пришел Малах Гавриэль, ангел Гавриэль, и воткнул стержень, не знаю, как это назвать, шест, и вокруг него потом сгруппировалась земля, сконцентрировалась, и возник полуостров Италия-Рим, тот полуостров, откуда вышел Титус Флавий, который разрушает второй храм уже. То есть в тот день, когда строился храм, из-за поведения Шломо а-Мелеха, когда он сказал, что я смогу не согрешить, поскольку я понял сетрей Тора, тайный смысл Тора, в этот день Шломо а-Мелех бавадай не согрешил сам, но тем не менее, вот из-за этого тонкого-тонкого момента, который произошел, возникло государство Рим, как говорит Мидраш. Но что надо делать? Ирея Дгашем, бойся Всевышнего, кодом шатавор авейра, прежде чем ты сделаешь авейру, тира мифанаф лотасе, ты должен бояться и думать о ней, и тогда ты не сделаешь эту авейру. Вешвор эцер эгагара, ты должен разбить свой эцер гора с помощью хохмат Торы. И сур мира, и уйди от ра. Но если ты уже сделал эту авейру, говорит Гаон, то так зорба чува. Сур мира, это камана, ра уже вошло в тебя, ты должен тут же сделать шува. Кашал табаваныха, ты сделал авейру в твоих глазах, и здесь Гаон приводит пасук из книги Гошия, но у меня уже нет времени его пересказывать, когда Гошия, пророк Гошия призывает сделать шува после авирот, который мы сделали, и там тоже употреблено слово сур мира. И вытерела сур мира, и ты должен смотреть на то, как отвернуться от зла и как сделать шуву. И это соответствует хохме и бине, двум верхним сферот, которые, о которых мы говорим, хохме и бине. Как сказано, «Ген ирад гашем и хохма», «Ирад гашем, бойся Всевышнего», это хохма Всевышнего. «Сур мира» – это бина. «Бина» – это «сур мира», то есть шува. И дальше будет, а раньше мы говорили, «Бехоль драхэх и дэгу», что это «даат». Таким образом, «дэгу» – это «даат». Таким образом, эти два пасука включают в себя верхние три сферы, хохма, бина и дат, с которыми мы должны соединиться, и это и есть то, чего от нас хотят. Я думал, что я успею еще три пасука, но я ошибся. Так что до новых встреч. Беизра Дашем, посмотрим, что будет дальше. Кольтуф, спасибо за внимание.